Я учить тебя насчет жизни. Ты серьезно или это розыгрыш? Это Эрик. Эрик? Ну и что Эрик делает? Ты знать акупунктуру? Акупунктуру, которую ты опробовал на мне после драки? Да. И что делает со всем этим Эрик? Видишь это? Туда ты нажимал мне после драки. Смотри. Очень много смеха. Что это? Делает очень много смеха. Не надо. Теперь нападай на меня. Я не могу напасть на тебя, Сифу. Все в порядке? Нападай. Ладно. Чему ты из этого научился? Я понял, что одни части тела контролируют другие части. И в зависимости от того, какие точки ты нажимаешь, акупунктурой можно исцелить или убить. Да. Это то, что ты использовал на тех ребятах. Да. Но ты мог и убить их. Да. Можно исцелить. Можно убить. Как мне узнать, что использовать? Когда проголодаешься, узнаешь, когда поесть. Я могу пользоваться ею, когда пытаются убить меня, но только когда жизнь в опасности. Клянись. Клянусь. Обещай. Обещаю.